Для ликвидации последствий непогоды сотрудники ГСЧС области привлекли 43 единицы техники и больше 200 спасателей по всему региону. В районах города, где случаи падения деревьев и отключения линий электропередач возникали наиболее часто, были задействованы работники резервных смен. Однако показатели по электрообеспечению населенных пунктов области на полдень 24 сентября неутешительные. Обесточено 28 населенных пунктов в Ореховском районе, 33 населенных пункта, 25 подстанций в Мелитопольском районе, 9 населенных пунктов в Акимовском районе, 30 населенных пунктов в Приморском, 8 населенных пунктов в Бердянском районе. Сотрудники ГСЧС отмечают, что особое внимание уделяют больницам, реанимационным и родильным отделениям, оставшимся без света. Там работают стационарные дизель-генераторы и есть запас топлива. Но в случае необходимости управление ГСЧС готово предоставить и свое оборудование для электроснабжения. В борьбе с неблагоприятными погодными условиями спасатели отметили слаженную работу коммунальных служб города, благодаря чему ситуацию удается держать под контролем.